«Морская душа». Радиопостановка по рассказам Леонида Соболева. В начале марта в одном из боев за Севастополь третий морской полк перешел в контратаку на высоту 127,5. Атака поддерживалась танками артиллерии Приморской армии. Высота была опоясана тремя ярусами фашистских окопов и дзотов. Бой шел у нижнего яруса. Артиллерия била по вершине, парализуя огонь противника. Танки ползали вдоль склона, подавляя огневые точки врага. Один из танков вышел из боя. На нем был тяжело ранен командир. Танк спустился со склона и остановился у санчасти. Не успели санитары вытащить из люка раненого, как из кустов подошел к танку рослый моряк с повязкой на левой руке, видимо, только что наложенной. Оценив обстановку, он ловко забрался на танк. Давай прямо на высотку, ну не ночевать же тут. Да давай, давай, да я старшина второй статьи, сам катера водил, дело привычное. Ну, ну полный вперед! Танк помчался на склон. Он переполз и первый, и второй ярусы вражеских окопов, забрался на вершину и добрых 20 минут танцевал там, кружа, поливая из пулеметов и пушек, давя гусеницами. Рядом вставали разрывы наших снарядов. Артиллерия никак не предполагала появление нашего танка на вершине. Потом танк скатился с высоты, так же стремительно, как забрался туда, и покатил прямо к кустам, где сидели корректировщики артиллерии. И тут старшина изложил лейтенанту свою претензию. Товарищ лейтенант, нельзя ли батареям перенести огонь-то? Я бы там всех фашистов передавил, как клопов, а вы кроете спасу, нет? Сорвали мне операцию. Да ты что, сдурел, старшина? Ты своей прогулкой по вершине заградительному огню мешаешь. Ну пойми же ты! Давай, крой, братва! Давай, давай! Жалко, товарищ лейтенант. Хороша машина. Ну, извините, что поднапутал. Алло! Третий! Третий! А ну, добавь огоньку! Двигай отсюда, старшина, двигай! Да, хороша. Ну, нельзя так нельзя. И, подкинув здоровой рукой трофейный автомат, с которым так и путешествовал в танке, исчез в кустах. Только о нем и узнали, что он старшина второй статьи. Да запомнили сине-белые полоски, морской душитель, няшки, мелькнувшие в вырезе ватника, закопченного дымом и замазанного кровью. Вечером я пытался найти его среди бойцов. Бесполезное занятие. Он, небось, теперь мучается, что не по тактике воевал и ни за что не признается. А делов на вершине наделал. Танкисты рассказали, что одно пулеметное гнездо он с землей смешал. Приказал на нем крутиться, а сам из люка высунулся, да здоровой рукой из автомата кругом поливает. Морская душа, точно. «Морская душа». Шутливое и ласковое это прозвище краснофлотской тельняшки, давно бытовавшей на флоте,
приобрело в Великой Отечественной войне новый смысл, глубокой и героической. В пыльных одесских окопах, в сосновом высоком лесу под Ленинградом, в снегах на подступах к Москве, в путанных зарослях Севастопольского горного дубника везде видел я сквозь распахнутый, как бы случайно, ворот защитной шинели, ватника, полушубка или гимнастерки, родные сине-белые полоски морской души. Носить ее под любой формой, в которую оденет моряка война, стало неписанным законом, традицией. Так уж повелось со времен гражданской войны от орлиного племени матросов революции. Когда на фронте нарастает опасная угроза, флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага в самых тяжелых местах. Их узнают на фронте по сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа, готовая к отчаянному порой поступку, незнакомая с паникой и унынием, честная и верная душа коммуниста, комсомольца, преданного сына Родины. На фронте под Одессой работал отряд разведчиков-моряков. По ночам они пробирались в тыл врага, проползая на животе между минными полями, переходя по грудь в воде осеннего лимана, забираясь на шлюпки далеко за линию фронта. Они снимали часовых ударом штыка или кинжала, забрасывали гранатами хаты со штабами, сидели под обстрелом своих же батарей, корректируя огонь, неуловимые, смелые, быстрые. Среди них был электрик с миноносца Фрунзе, красивый и статный моряк с гордыми усиками, которого за эти усики и за любовь к кавалерийским штанам прозвали гусаром. Но не только усиками и штанами был славен гусар. Он еще был одарен необыкновенной способностью к звукоподражанию. Из его розовых губ вылетали самые неожиданные звуки. Свист снаряда, клохтанье курицы, визг пилы, вой мины, щелканье соловья, шипение гранаты, лай щенка, отдаленный гул самолета. И способности эти, едва не обнаружились, были немедленно обращены на пользу дела. Гусара объявили флагманским сигнальщиком, разработали целый код и понесли его на утверждение командиру. Клохтанье курицы означало, что у хаты замечен часовой. Кряк утки, что часовых двое. Пулеметчик, замаскированный в кустах, вызывал жалобный посвист иволги. Место сбора ночью после налета определялось долгим пением соловья, который с упоением артиста самозабвенно щелкал в кустах или у шлюпки. Вечерами, когда разведчики отдыхали после опасного рейда, гусар устраивал концерт. В темной хате, где свежо и тонко пахло сеном, он свистел чисто и сильно, и верный, прозрачный его свист, которому аккомпанировали глухие, непрерывные гулы своих и чужих орудий и взрывов, постоянная симфония осажденной Одессы, звучал далекой мечтой о мирной, спокойной жизни, о ярком свете на улицах и в залах, о белых нарядных платьях и чистых руках, о забытом, утерянном спокойствии, уюте и доме. И моряки,
лежа на сене, думали о войне, судьбе и победе, и о том, что будет еще, непременно будет, жизнь с такой же тишиной и мечтательной песней. И орудия за стенами хаты извергали металл и крошили тех, кто ворвался в нашу мирную жизнь. В очередном походе во вражеский тыл гусар остался в шлюпке в камышах. Охранять это единственное средство возвращения к своим и, как обычно, быть флагманским сигнальщиком. Ночью моряки натворили дел в тылу. Сняли 2 пулемета, взорвали штабную хату и к 6 утра возвращались к шлюпке. Крадучись, они подходили к камышам. Одного несли на руках, 2 товарища не досчитывались. В камышах прилегли отдохнуть и стали слушать ночь, чтобы определить, где находится шлюпка. В ночи пел соловей. Он щелкал и свистел. Но трели его были затруднены, и пение прерывисто. Порой он замолкал. Потом пение возобновлялось, но такая тоска и тревога были в нем, что моряки, оставив тяжелое тело раненого под охраной, кинулись на свист. Гусар лежал в шлюпке навзничь. В темноте не было видно его лица, но грудь была в липкой крови. Автомат валялся на дне шлюпки. Все диски были пусты. В камышах моряки наткнулись на трупы врагов. Очевидно, они обнаружили днем шлюпку, и здесь был неравный бой. Гусар не узнавал родных голосов. Он лежал на спине и хрипел тяжко и трудно. Потом он набирался сил, и тонкий свист вылетал из-под его усиков сквозь непослушные холодеющие губы. Не видя, не сознавая, что те, кому он должен был дать спасительный сигнал, уже вернулись, он продолжал свистеть. Он свистел даже тогда, когда все сели в шлюпку и, осторожно опустив весла, пошли по тихому темному морю. И соловей, птица кустов и деревьев, пел и щелкал над морем. Шлюпки молчали. Небо над морем стало розоветь, и щелканье соловья перешло в мелодию. Оборванная, изуродованная, как и тело матроса, она металась над светлеющим морем, и моряки, прислушиваясь к ней, гребли яростно и быстро. Морская душа – это решительность, находчивость, упрямая отвага и неколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. Морская душа – это нелицемерная боевая дружба, готовность поддержать в бою товарища, спасти раненого, грудью защитить командира и комиссара. А вот еще загадка. Да. Как вернее говорить? Стрижка и брижка
Или стритьё и бритьё. Старо, старо, старо. Ну, тогда я поновее скажу. Усков и утков или Ускин и Уткин? Проще. Два у два. До сих пор младших сержантов Павла Ускова и Иннокентия Уткина звали тиграми, что их сердило. Прозвище «тигры» имело свою историю, вспоминать которую они не любили. Правда, «два у два» звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбие. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных 19 лет. А до того, как получить самолет, Усков и Уткин 2 месяца томились в аэродромной команде, и 2 месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же. Оба пришли сюда добровольцами, оба комсомольцы. Оба имеют диплом пилота, полученный в Асавиахимовском клубе. И за обоими уже по 6 самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немедленно дать по боевому самолету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром. А однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Однако, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не 2, а всего 1 самолет. И каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален. Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником. У него в Симферополе мать и сестра остались, так что, понятно, драться он будет хорошо. Павка, то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно. 2 брата на фронте, танкисты. Мы хотели просто в окопы проситься, но какой же смысл? Усков 1 с воздуха больше набьет. Верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет. Кого бы из нас вы не выбрали, товарищ майор, оба мы будем драться, не щадя жизни. Как тигры. Какие тигры? Обыкновенные, товарищ майор. А вы тигра в воздухе видели? Мелите сами не знаете что. Так сколько у вас вылетов в клубе было? 6. Так точно. А я думал 5. Ну-ка, ли 6, ничего не поделаешь. Придется подумать. Ну-ка, выйдите да обождите за дверью. Есть! Минут 5 они стояли у землянки в страшном волнении. Без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали. Дадим вам самолет. 1 на 2. В очередь летать будете. Понятно? Понятно. Мы тут с майором решили использовать для боевой службы самолет У-2. Как раз такой, на каком вы учились в клубе. Будете по ночам кидать на передний край бомбы и гранаты. Я сейчас поднимусь с каждым, проверю ваши летные качества. Потом дадим вам минимальный срок на отработку ночных полетов и пошлем в боевой вылет. Только не деритесь вы там, как тигры. Тигр – животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно? Ну, сказали бы просто, будем драться, как комсомольцы. И все было бы ясно. Подумаешь, тигры. Да это они в газете вычитали. Я и сам недавно где-то читал. Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен. Прямо зоопарк. Во как пишут. Ну, товарищ военком, сажай своих тигров на самолет. Слушаюсь. Приду взглянуть. Время было горячее.
враги окружали Севастополь, дорог был каждый самолет. Мысль военкова понравилась майору. И скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли телегой или чаще загробным рыданием, неторопливо пошел на свою первую ночную штурмовку. Его вел Усков. А на пустом сиденье второго летчика стояла корзина с малыми бомбами, с гранатами, с зажигалками, пачками листовок. И каждую ночь загробное рыдание стало ныть мотором над передним краем противника, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно, никак нельзя было назвать штурмовкой, как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и один комар может быть причиной бессонной ночи, и враги не спали, тревожно прислушиваясь к гудению в темноте и время от времени получая на голову равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат. Кольцо осады сжималось. Аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эскадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря. И именно здесь, на аэродроме Славы, в тяжкие дни второго штурма система 2У2 потерпела серьезную аварию. Это была не ссора, это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы. Генерал осматривал новый аэродром, обходя капониры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленные загробные рыдания, слух о подвигах которого дошел до него, и где эти 2У2, которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде и на нее не скупиться, и что им следует дать боевые самолеты. В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо. Гудение взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине... Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? За такое дело тебе ряжку на сторону своротить не жалко, понятно? А ты завистливый дурак, понятно? Подумаешь, крылатый тигр. Задаешься, а нищего. Ну что, я тебе докладывать должен? Я летчик, меня и послали. Ты летчик? Ты черпала, а не летчик. Вот ты кто. А из тебя и черпала не выйдет. Тебе и на подхвате стоять, ладно, понятно? Да? Да. Да? Да. Младший сержант Усков. Младший сержант Уткин. Это и есть 2У2? Ничего себе, дружба у вас в эскадрилье. А звону развели до самой Москвы. Это петухи какие-то, а не летчики. Объяснить можете, товарищ майор? Нет? Тогда вы сержанты. В чем дело? Товарищ генерал, в прошлую ночь моя очередь была лететь на штурмовку. А он, то есть младший сержант Усков, забежал к товарищу майору и наговорил, что нашел минометную батарею, и что лучше лететь ему, так как рассказать, где она, трудно, и что Уткин, то есть я, ее не найду. Словом, Усков полетел вчера не в очередь. Но я стерпел. Одна ночь не в счет, но сегодня-то уж моя очередь лететь. А он опять нахально говорит, что он полетит, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина, меня, то есть. И вообще Усков подхалимничает перед командованием. Выпрашивает себе поручение. Это не по-товарищески, это не по-комсомольски. Это... Довольно. Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они тут склоками занимаются. Это же не склока, товарищ генерал-майор. Разрешите доложить? Ну, докладывайте. Товарищ генерал... Но это не был доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца, кипящий отвагой и стремлением в бой, полный ненависти к врагу, сжигаемое жаждой мести и уязвленной обидой. Оно раскрылось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Генерал...
слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать Уткин. И всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившись за оружие и не желающий уступать его никому, всколыхнуло и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу как сына и негромко в самое ухо сказать. «Хорошо, сынок, хорошо. Зубами держись за каждую возможность уйти в бой. Никому не уступай право бить врага, никому. Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки. Хорошо, сынок, хорошо». Но он опустил глаза и сухо сказал. «Понятно. А в драку командирам лезть не годится. А теперь помиритесь при мне. Петухи. Ну что ж, самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге». И самолет у них точно отняли, правда? Вместо него каждый получил по штурмовику. И оба вместе новое прозвище – петухи. Но все же, однако, 2 у 2 еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. Из одной штурмовки вражеских позиций не вернулся Уткин. «Товарищ майор, самолет младшего сержанта Уткина, очевидно, подбит. Я видел, как он задымил и резко пошел к морю. Он тянул к косе, что слева за высотой 113,5. Неприятеля там нет. Косу эту я хорошо знаю. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю. Разрешите, я слетаю на У-2. Ему места хватит и для посадки, и для взлета. Пока фашисты туда доберутся, я его вывезу». «Разрешаю. Выполняйте, младший сержант Усков». «Есть». И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул к морю. Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыркать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках. Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно людей. Усков сел и остановил мотор, чтобы не привлечь противника. «Теша! Теша! Живой!» «Павка! Я и то подумал, какой чудак тут на телеге садится. Спасибо». «Да потом спасибо скажешь. Крутани винт, а то застукают». «Никого тут нет. Были бы, убили бы. Я, видишь, живой, только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтобы не доставался, не заводится». Добрый час летчики бились с мотором, вспоминая все его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. «Значит, Павка, все одно придется вплавь». «Далековато, пожалуй. И вода холодная». «В море подберут. И у меня камера есть». «Нырял?» «Ага. Вспомнил, что запасная в кабинке была. На камере-то доплывем?» «Да, пожалуй, доплывем. Ну так поплыли». «Ух! Ух! Холодная какая!» «Чего? Это поначалу. Раньше утра не подберут. Темно. Держись за камеру. Продержимся». «Кеша! Что ж твой загробный рыданец не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина-то боевая». «Поплыли обратно. До рассвета далеко, успеем еще отплыть». «Ух! Черт! Ух, на берегу еще холоднее! Ничего, ничего, согреемся, как загорится, и поплывем. Давай!»
Зажигай. Погоди. Давай крутнем еще на счастье. Вот видишь? Давай, лезь в кабину. Да здравствуют 2У2! Долой петухов! Загробное рыдание затарахтело в темноте и покатилось к морю. Но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетель боевой славы, мальчишеской ссоры и новой, взрослой, крепкой воинской дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было 19 лет. 19 лет! Удивительный возраст. Морская душа – это огромная любовь к жизни. Трус не любит жизни, он только боится ее потерять. Отважный, наоборот, любит жизнь страстно и действенно. Он борется за нее со всем мужеством, стойкостью и выдумкой человека, который отлично понимает, что лучший способ остаться в бою живым – это быть смелее, хитрее и быстрее врага. Поход был внезапен. Лодка недавно вернулась из тяжелой и длительной боевой операции, и ей был обещан заслуженный отдых. Уже готовились к встрече Нового года, уже прикупали к пайку мандарины, конфеты, отборные консервы. Утром началось повальное глажение брюк, но все это было прервано приказом. Надо было немедленно выйти в далекий район. Вот уже целый день лодка шла по зимнему штормовому морю, и часы показывали 12 час ночи, и в тесном камбузе призовой кок Алексей Суров сочинял мировой новогодний ужин. За этим и застал его капитан-лейтенант, спустившийся с мостика погреться. Ну-ка, горяченького, товарищ Суров, как у вас дела? Плохо, товарищ капитан-лейтенант. С чем плохо? Качает здорово. Вижу, что плохо. Удивительно, как-то вы кофе-то ухитрились сварить. Как же мы столы-то накроем? Отставить Новый год. Этак у вас все кофе выплеснет. Раздавайте-ка сейчас ужин, товарищ кок. Пусть едят по способности. А вам еще придется поработать. Новый год все-таки встретим. Своевременно или несколько позже, утром, встретим. Понятно? Понятно, товарищ капитан-лейтенант. В самом деле, все было понятно. С рассветом лодка, опасаясь быть обнаруженной противником, все равно должна будет уйти на глубину. А глубина в шторм. Самое милое дело, не мотает, не качает. Можно и стол накрыть как следует, и тост сказать. Кофе уже выпили по способности, то есть полулежа или скрючившись, зажавшись между стойками, и котлеты были уже уничтожены, когда репродуктор наполнил лодку родным и знакомым шумом Красной площади. Второй боевой смене заступить. С Новым годом, товарищи краснофлотцы, командиры и политработники!
новыми боями за Родину. Объявляю приказ по лодке. Ввиду особых условий встречу Нового года перенести с нуля на 9:00 1 января. Части снабжения обеспечить нормальную встречу, личному составу побриться. Мутная мгла рассвета отделила, наконец, воду от неба. Она проявилась нежно светлеющей на востоке полосой, и скоро серые тусклые волны обозначили свои горбы и провалы. В носовом отсеке тесно, но уютно накрыли стол, и помощник пошел будить капитана-лейтенанта, прилегшего на часок отдохнуть. Тогда у стола появились врач и Суров. Хитро улыбаясь, они несли настоящее шампанское вместо штатного подводного портвейна. Братцы, гляньте-ка, настоящее шампанское. Вот это встреча Нового года. Постреляем сейчас. Смирно. Вольно. Товарищ капитан-лейтенант, вам бутылочку открывать. Только осторожнее, а то как бы обшивку не пробить. Тихо, товарищи, тихо. Открывайте, товарищ капитан-лейтенант. Боевая тревога! Боевая тревога! Глубинные бомбы! В отсеках осмотреться! Лодка быстро уходила на предельную глубину. Потом моторы сбавили обороты. Чуть ощутимо качнул лодку мягкий толчок, моторы стихли, и лодка легла на грунт. Все слабее, все дальше звучали взрывы. Видимо, гидрофоны противника потеряли замолчавшую лодку, и враг швырялся теперь бомбами лишь для очистки совести. Но молчание и тишина в лодке не нарушались. Напряженное ожидание длилось долго. Акустик последовательно докладывал, что шум винтов удаляется, что он едва слышен, что гидрофоны не слышат ничего. Боевой тревоги отбой. Личному составу собраться в носовом отсеке. Говорить вполголоса. Будем встречать Новый год, пока есть время. И в носовом отсеке собрались все, кого боевая служба не задержала у механизмов. Шампанское открывали с такой осторожностью, будто разоружали боевую мину. Товарищи, боевые друзья. Они стояли перед ним плотной живой стеной. Спокойные и веселые люди, как будто эта необычайная встреча Нового года происходило не на дне моря под пристальным и чутким слухом врага. Особым военным блеском сверкало вокруг них сложное и могучее подводное оружие. Своевременно или несколько позже. 11:37. Докатился и до нас Новый год. Велика наша Родина, товарищи. Самому земному шару нужно вращаться 9 часов, чтобы огромная наша советская страна вся целиком вступила в Новый год своих побед. 9 раз встречали Новый год сегодня в Советском Союзе.
начиная с Тихого океана и кончая родной Балтикой. А вот нам привелось встречать его в десятый. И кто знает, товарищи, когда приведется нам встречать Новый год через 5, через 10 лет? По какому поясу? На каком новом меридиане? С какой новой страной? С каким новым народом будем мы его встречать, если будем так же верны партии нашей? Если так же крепко будем беречь нашу Родину? За мужество! За верность партии! За Родину! За победу над врагом! Ура! 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 Морская душа – это стремление к победе. Сила моряков неудержима, настойчива, целеустремленна. Если они идут в атаку, то с тем, чтобы опрокинуть врага во что бы то ни стало. Если они в обороне, они держатся до последнего, изумляя врага немыслимой, непонятной ему стойкостью. И когда моряки гибнут в бою, они гибнут так, что врагу становится страшно. Моряк захватывает с собой в смерть столько врагов, сколько он видит перед собой. Истребители шли на посадку. Над кабиной одного из них длинным вымпелом развивался голубой шарф. И мне вспомнились читанные в юности рыцарские романы. Так мчался в бой закованный в броню витязь, и тонкий легкий шарф, повязанный на руке, вскинувший меч, нес навстречу смерти или победе заветные цвета дамы сердца. Я усмехнулся этому романтическому видению. Шарф был как шарф. Все летчики прикрывают шею скользящим шелком, чтобы не натереть ее до крови, а воротник кителя или реглана. Очевидно, этому летчику пришлось порядком повертеть в бою головой. Так оно и оказалось. Возвращаясь со штурмовки, звено было атаковано мессершмиттами. Они были со всех сторон, и шарф на шее майора, командира эскадрильи, размотался. Майору удалось одного подбить, но в результате он уверен не был. Пришлось кинуться на выручку к азарианцу. Гоняясь за вторым, майор обнаружил новый вражеский аэродром и теперь предложил командиру полка завтра же в рассветной мгле разгромить на нем неприятеля. За ужином говорили о последнем бое, и летчики подтвердили, что мессер, подбитый майором, честно закопался в землю. Потом вспомнили размотавшийся шарф и посыпались шутки. Он тебя когда-нибудь из кабины вытянет, как парашют. И куда тебе целый отрез? Удобно. В нем голова как в подшипнике вращает. А Миронов у тебя с каким-то чулком летает? Да разорви ты свой шарф пополам. Клятву не порвешь, товарищ полковник.
А уж как-нибудь булавками подкалывать буду. Это же амулет, товарищ полковник. Майор с ним и спит, и воюет, и в баню ходит. Надо ж понимать, старый летчик. Ладно, ладно, смейтесь. Вылет был назначен на 5 утра, и летчики стали укладываться спать. Я лег рядом с майором. Устраиваясь, он и в самом деле бережно свернул шарф и подложил его под щеку. На столе горела лампа, и порой пламя ее высоко вскидывалось из стекла, а за фанерной обшивкой землянки шурша осыпался песок. По аэродрому били из тяжелых орудий. Летчики, привыкнув к этой колыбельной, мирно спали, и кто-то могуче храпел, заглушая порой разрывы снарядов. Шарф щекотал мне лицо. Казалось, от него исходил нежный, чуть уловимый аромат. И воображение мое заработало. От шарфа тянуло юностью, тонкими девическими плечами, и казалось несомненным, что амулет этот дан летчику девушкой, полюбившей мужество и отвагу. Я приподнялся на локте, майор дремал. Спокойное, усталое его лицо никак не лезло в придуманный мной сюжет. Это было нехитрое лицо воина, честного труженика авиации, вернувшегося из запаса в строй, и вряд ли оно могло внушить самой романтичной девушке такое чувство. Может быть, у меня родились бы еще и другие варианты, но майор пошевелился и открыл глаза. Не спите? Вот ведь черт храпит. Хуже стрельбы, ей-богу. Силен. Храпел азарьянц, утомленный боем. Порой, рявкнув с особой силой, он замолкал, как бы с удивлением прислушиваясь к самому себе. Но рвался рядом снаряд. Азарьянц во сне отвечал ему рычанием потревоженного льва, и вся музыка начиналась сначала. Нет, не заснуть. Покурим, что ли? Мы закурили. И скоро потекла та негромкая беседа голова к голове, когда ни залпы, ни разрывы, ни храп соседа не мешают разобрать взволнованных слов. Мои романтические догадки казались беднее, чем правда жизни и войны. Все было проще, страшнее и значительнее. В начале войны я дрался на Балтике. Пришел из запаса и сразу был назначен на охрану небольшого эстонского городка. Жили в нем еще старыми представлениями о войнах, и никто не верил всерьез, что могут бомбить мирные города. Поэтому, наверное, каждый день на чудесном пляже с утра до вечера копошились голые тела, и сверху казалось, что это море выплеснуло на песок розовато-желтую пену. Я летал над городом и искал в небе врага, а небо... Небо было синим и глубоким, море теплым и ласковым, песок горячим и золотым. И вот однажды все это кончилось. Это было в воскресенье 29 июня, ровно через неделю после начала войны. В этот день я, как обычно, летел над городом и вдруг увидел слева над морем юнкерс. Я ринулся к нему, да не повезло. Первой же очередью с юнкерса мне пробило бак, и пришлось идти вниз. А юнкерс ускользнул и сделал свое черное дело. С воздуха мне было хорошо видно, как встали в городе черные грибы разрывов и задымили первые пожары. А потом юнкерс вернулся к морю и спикировал на пляж. Из всех своих пулеметов он бил по голым детям, женщинам и подросткам. Они спасались в море, будто вода могла защитить их от пуль.
Но юнкер сделал второй заход, и люди бросились к берегу под защиту цветистых зонтов, навесов и палаток, оставляя на песке мертвые тела. И все это происходило у меня на глазах. У меня, здорового, сильного солдата, летящего на боевой машине и посланного сюда защищать этих людей. Но что я мог сделать? Не помня себя от бешенства, я бил по юнкерсу, по недостижимому юнкерсу. Я опомнился только тогда, когда мотор стал. Сесть теперь можно было только на пляж. Я повел туда свою подбитую машину, но сесть было негде. Везде были трупы детей и женщин. Наконец, на краю пляжа я нашел свободное место и приземлился. Шатаясь, выбрался я из кабины. Ничего не видя, ничего не понимая, я шел сам не зная куда, пока не споткнулся. Передо мной, склонив на плечо голову, лежала девушка. В откинутой руке был зажат легкий голубой шарф. Единственная ее броня и защита, которой она пыталась прикрыться от пуль. Взял его, осторожно разжав еще теплые, тонкие пальцы, и так, держа этот шарф и смотря на пляж, я дал себе клятву. Его бахрома была как бы обгрызана. Я вгляделся. Это были узлы. Кисти бахромы были сплетены в змейки или связаны морскими кнопами, аккуратными плотными шариками. Кнопов было 6, змеек 8. Майор начал плести новую змейку. 9. Сегодняшний мессер. А кнопы, вот эти шарики, это бомбардировщики. Только вы нашим не рассказывайте, насмех подымут. Вот, скажут, нашел майор игрушки. Какие тут игрушки? Пока я все эти кисточки не заплету, все у меня перед глазами тот пляж будет. Не прошляпь я тогда с тем юнкерсом. В 5:00 полк в полном составе вылетел на штурмовку найденного майором аэродрома. Часа через полтора самолеты вернулись. Летчики, разгоряченные стремительным налетом, собирались в кучки, обмениваясь впечатлениями.
Все сошло как нельзя лучше. Майор с изумительной точностью вывел весь полк бреющим полетом из-за леска прямо на аэродром. В рассветной мгле все запылало, стало рваться, рушиться, гибнуть. Подняться не сумел ни один самолет. Вторым и третьим заходами только добивали уцелевшие машины. Всего насчитали 9 бомбардировщиков и 8 истребителей. Майора еще не было. Наконец показался и его самолет. Он шел опять с длинным вымпелом над кабиной и, видимо, без горючего. Майор кое-как дотянул до поля и сел. Мы подбежали к нему. Голубой шарф свисал за борт кабины, и на нем алели пятна крови. Товарищ полковник, кажется, меня надо вынимать. Пустяки в плечо. И в ноге что-то. Носилки! Живо! Пока бежали с носилками, майор доложил, что после первого захода увидел на западе 5 мессеров, пошел к ним навстречу и все время отгонял их атаками, чтобы не дать помешать разгрому. Тут его положили на носилки, и я заметил его встревоженный взгляд. Я поднял с земли шарф. Он, благодарно улыбнувшись, протянул к нему здоровую руку. Теперь на всю поправку работы хватит, майор. Еще 9 кнопов и 8 змеек. Нет, то не мои. Это ребята били. Я одну змейку сплету. Одного-то из тех 5 я все ж таки стукну. Носилки качнулись, и он вышел на время из боев. Витязь-мститель, покрытый голубым шарфом, залитым его кровью, чистый и горячий, как и его ненависть. Я мог собрать в один образ, в одно слово все человеческое горе, порожденное фашизмом, все стоны и вопли, все жалобы на сотни языков, все слезы, страдания и молчаливые безумные взгляды, все последние короткие вздохи предсмертия, весь ужас потери близкого человека, все разрушенные мечты, уничтоженные войной плоды человеческого труда, если бы собрать все страшные уходы с родных полей, от хат, заводов, городов, если бы собрать все это и показать тем, кто облег земной шар в этот кровавый и слезный туман, но к чему зверь, и тот бы сошел от этого с ума. Эти люди не сойдут. У них нет ни человеческого ума, ни сердца. Оставим проклятие, они бесполезны. Так уж повелось еще со времен гражданской войны от орлиного племени матросов революции. Когда на фронте нарастает опасная угроза, флот шлет на сушу всех, кого может, и моряки встречают врага
самых тяжелых местах. Их узнают на фронте по сине-белым полоскам, прикрывающим широкую грудь, где гневом и ненавистью горит гордая за флот душа моряка. И в ней, в отважной, мужественной и гордой морской душе, один из источников победы.